Соединенные Штаты не заинтересованы в окончании военного конфликта на Украине и делают все для его продолжения. Об этом в эфире рассказал депутат Верховной Рады Евгений Мураев. По его словам, Украина должна установить мир на своей территории и отменить все санкции, которые были установлены нынешним правительством, для того, чтобы вернуться к привычным взаимоотношениям с соседними странами и реанимировать экономику. Однако Вашингтон не допустит такого развития событий, поскольку, по мнению Мураева, ограничительные меры направлены на ослабление ЕС и России. Депутат также подчеркнул, что нынешняя украинская власть потакает Вашингтону в этом вопросе, тем самым изменяя родину. Украинские власти в 2014 году начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. В эфире «Радио Спутник» лидер общественного движения «Патриот Великого Отечества» Николай Стариков прокомментировал заявление Евгения Мураева. В частности, он сказал, что касается слов украинского депутата о том, что Соединенные Штаты стоят за разжиганием гражданской войны на Украине, то, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Пусть хоть один депутат из всей Рады сегодня имеет мужество сказать это, назвав вещи своими именами. Потом появится второй, третий, четвертый. Глядишь, получится большинство, которое сможет повлиять на то, чтобы гражданская война на Украине закончилась. Пока это, конечно, глаз вопиющих в пустыне, но радует тенденция. Да, сложно поверить в то, что кто-то наконец-то осмелился высказать свою точку зрения на все происходящее. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и будьте в курсе последних событий.